Ранее Хаккенас писал о том, в Ереване подписано распоряжение, согласно которому бывший спикер Минобороны Армении Арцрун Аванесян, который на протяжении 44 дней без устали заявлял об успехах армянской армии на фронте, получит новую должность в Национальном собрании страны. В связи с этим в парламенте Армении уже нашлись те, кто справедливо возражает грядущему назначению. В частности, как сообщают армянские СМИ, депутат от оппозиционного блока Армения Геган Назарян, комментируя предстоящее назначение, заявил, что Аванесян не может быть экспертом в комиссии парламента по вопросам обороны и безопасности. Сначала он должен ответить за свою ложь. Депутаты Национального собрания озадачены тем, что про назначение Аванесяна никто ничего не говорил, при том, что, согласно регламенту, при принятии решения о назначении эксперта, кандидат должен обязательно быть представлен членом комиссии. Однако, как отмечается, в Ереване сейчас идет непонятный процесс, власти пытаются решать какие-то вопросы вне комиссии. Напомним, бывшего пресс-секретаря и представителя Минобороны Армении обвиняют в целенаправленной лжи и сокрытии фактов во время 44-дневной войны в Карабахе.